Доброе утро, Афанасий. Скажи всем зрителям твоим доброе утро. Что ты делаешь, расскажи. Машину красишь. А, ты красишь машину? Так каким она будет цветом-то, сына? Красная. Красная, да? Все, сейчас куда Афанасий едет? Расскажешь всем? Иди, я покажу. Надо ж мама, чтобы сначала проверить. Коня собрался в садик. Покажи, что ты с собой хочешь взять. Это что? Что там, косточка? А шкурочка? Что, пошли одеваться? Подъезжу. Может, тебе пакетик? Пакетик надо? Там магазин. Да? Да, там магазин. Миша уже дома. Ну как ты? Погулял? Нормально. Ты с Сережей гулял? Серегу наказали. Да ты чё? Он говорит, вам тохи, типа. А, да? Ну, что он попросил настроить ему там какой-то футбол на компьютере. Угу. Вот. Выехала сейчас за коробками, и у меня загорелась лампочка. Для меня это обычно стрессно. Я, блин, тут нашла в машине. Я, если честно, ну, явно это есть во всех иномарках, сколько километров осталось до заправки. Ну, можно проехать на этом бензине. Мне сейчас вот показывают 39 километров. До заправки можно еще проехать. Поэтому я пока не еду на заправку. Сейчас забрала коробки. Заказывала крайний раз коробки на Новый год. И вот сейчас опять, получается, каждые полгода, ну, практически, да, даже, да, на Новый год, наверное, надо будет опять заказывать новогодние какие-нибудь, ну, это для пряников коробки. Сейчас повезу Григория на английский, надо поправить ворота, потому что ветер сильный-сильный. Я так боюсь, что по машине бахнуло. Сейчас их прикопала. 400 рублей взял, привезла Гришу, все, он на английский, потом сам пойдет. Как же я тебя ненавижу. Кого, колючую проволоку? Да, я один раз на нее чуть не грохнулся. Ну так аккуратней. А там все заколоть как в раз-два. Ну да. Понимаешь? Представляю, ладно, пока. Тебе, кстати, уже заправляться надо. Да. Пока. Пока. Ничего не забыл, ничего не... А воду ты взял? Привет! И вот так. Всех там видно? Да. Моих зайчиков. Все, всех забрала из садика, теперь едем на хутор. Что тут за счастливые дети? Сегодня какой день? Папа лето. Это что значит? Надо покупать. Что Зоя выбрала? Это что такое, Зоя? Посуда. Класснежка. А у Афони что? Уже что-то выпало, да, сынок? Да. А мама что говорила? Она можно. Можно тебе, да? А что, солдатики там даже? Да. Так, ну что, поехали? Да. Афоня, сядь, пожалуйста. А у нас тут сигнал. И мы самые первые. Я не знаю, я, мне кажется, никогда самая первая не стояла, когда звонил вот этот вот ну, правда, сигнал. Ты самая первая? Да. Сколько их там? Ну да, да, да. Я же сама в шоке. Так что сейчас будем смотреть на пусть. Мы обычно, ну я обычно, лично, когда я за рулем, не первая. Всегда ждем всех.
А тут прям мы самые первые. И закат сегодня потрясающий. Но здесь не видно, здесь все тучами, но вот там вот справа был обалденно розовый закат. С Гришей зашли в Пятерочку. Черная пятница. Вон, надо было так эпично сказать. Да? Какой общий или такой? Нет, комнатный? Ну, комнатный, это поезд, да. А что ж написано? Я не вижу. Что это за руба? Должно быть написано, какой поезд, да? А или как это, что это за руба? Или что? РЖД это. Посередине как будто Ж. Я, короче, не знаю, куда. Куда поезд? Ресторан. Куда поезд? Там, наверное, удобно. Сел и спишь. Ты бы хотел на поезде или ты как пытался вообще когда-нибудь? На поезде? Ага. Именно на поезде. Ага. Не вижу даже откуда. Идет мой мальчик, нога у него болит. Ну, не знаю, у меня вообще, считайте, на диете нет. Ну, что ты болтаешь, Хрис? Мама, потом это как-нибудь тебе режешь, я это могу. Чтобы я видела. Угу. Он дышает! Хрис, кепку снимай. Мы уже дома, дети. Смотрят Гарри Поттера по ТВ-3. Разлеглись тут. А мы тут в Пятерочке накупили конфет. И я себе купила этот. Сейчас тут заглянем в наш холодильник. Вот такой вот чудо-пудинг. Но на завтра себе его оставила. Я уже забыла, какой он. Одно время я его прям часто покупала. Очень мне хотелось. Он очень вкусный. Он такой прикольный. Это мое наверху, это еще ваше, да? Не доели. Арбуз охлаждается уже второй день, блин, завтра, наверное, будет очень холодный. А еще перепелиные яички остались. Завтра будем кушать арбуз? А еще завтра покажу коробочки. Мне же пришли коробочки и посыпка. И там самое клевое, это осенняя коллекция. Уже завтра все покажу поподробнее. В темноте с Афонькой спать ложимся, да, сынок? Говори всем спокойной ночи. Подожди, сейчас я включу. Спокойной ночи, говори. Папины ножки уже спят. Афонька лезет спать с нами. Да. Люблю тебя. Да, мне страшно. Тебе страшно? Нет. А мне нет. Спим с открытым окном, потому что слушаем природу. Ой, даже мошка какая-то летает. Как круто, да? А, глянь, ты видишь мошку? Да, она на свет летит, да? Да. Сейчас мы его выключим, а она улетит, да? Да.